Память обманчива. Нам нужно, чтобы портрет получился точным, чтобы его могли узнать те, кто с ним знаком. Бесполезно, его никто не знает. Сегодня утром рабочие нашли в канализации тело девушки по имени Джулия Мадригал. 6 лет назад на меня напали. С вами пытались сделать то же, что с Джулией? Если хотите стать репортером, вот вам и сюжет. После того, что он сделал со мной, все не так, как должно быть. Начинается всегда с мелочей. А затем все меняется. И никто не помнит, что было по-другому. Это длится много лет. Погибло множество женщин. Связующее звено — это он. Будут жертвы. Я не знаю, как. Но он держит меня под наблюдением. С самого детства. Он все. И он никто. Он везде и всегда. То, что еще не случилось, может случиться позже. Мы все в связке. Вокруг меня все меняется, как по щелчку. Затем это происходит снова, и снова, и снова. Тебя не должно быть здесь. Как его зовут? Того, кто к вам приходит.